То есть, если мы научимся переворачивать обычную машину, это еще круче будет. Маленькую. На крышу только. Давайте, скачем. Однозначный вопрос. Шесто въебать ментам поебало просто. Что будет? Итак, сегодня российская блогосфера оживленно обсуждает новую выходку арт-группы «Война». Активисты переворачивали в Петербурге машины милиции, чтобы достать из-под них закатившийся детский мячик. И снимали все на видео. Папа. Баба? Папа. Папы нет. Лёня? Лёня тоже. Папа. Папа в тюрьме. Да? Да. Да, я тебя слышу! Люблю тебя! Алина, мы тебя любим! Мы любим тебя! Алина, мы тебя спасем! Заканчивая свое короткое выступление тем, что я не сомневаюсь, что про такого рода искусство в современной России, не сомневаюсь, будут написаны книги. Это будет славная страница современной, новейшей политической истории России. Не сомневаюсь.